Всем привет, с вами Юля. Сегодня повышиваем опять же хардангер. Я вышиваю вот такую вот схему, вот так вот она выглядит. Я ее нашла в интернете из какого-то журнала. Если вас интересует именно этот дизайн, и вы тоже хотите повторить и вышить, я оставлю во всех соцсетях эту схему. Вы можете зайти себе ее скачать, выбрать вашу основу, ваши нитки, любой цвет, и у вас будет свой уникальный дизайн, продукт. Этим и хорош хардангер, потому что дает большое пространство для творчества. Вот. Ну и сегодня я хочу повышивать с вами базовый элемент. На схеме он выглядит как цветочек. Видите, я немножко сделала, ручка обвела, чтобы вам поярче было видно, потому что схема не очень хорошего качества. Но вот так, я думаю, видно, как цветочек. И в серединке есть вот такие глазки. Это у нас алжирские глазки. Вот. Вот такой элемент очень часто встречается. Он идет как базовый. Этот элемент состоит из 4 лепестков. Каждый лепесток состоит из 5 длинных стежков. Длина стежка 4 нити переплетения. Это хардангер, это счетная гладь, здесь все по счету. И все должно тоже сходиться. Иначе, когда мы будем резать, то у нас ничего не получится. Поэтому, если посмотреть, то все вот эти вот лепесточки, они вот так вот сходятся с другими лепесточками или с другими элементами. Это для того, чтобы можно было между ними резать нити основы и делать переплетение. Вот поэтому, когда вышиваем, тоже считаем и проверяем, чтобы где-то какой-то стежок куда-то у нас не сдвинулся. Вот. Поэтому давайте повышиваем вот этот стежок. Вам, я думаю, станет все просто и понятно. Вы можете даже самостоятельно придумать свой простой дизайн, чтобы потренироваться, вышить квадратик какой-нибудь, да, там попробовать порезать какие-то нити переплетения. Это все очень просто. Вот так, напомню, что вышиваю я вот такой вот ниточкой перлекотон от ДМС номер 8, 10 грамм. У меня это меланж, очень красивая нитка. И я сейчас по дизайну нахожусь, так, по схеме мой дизайн, я нахожусь сейчас, мне нужно вышить вот этот цветочек, будем их условно называть цветочками. Вот, раз, два у меня пары, сколько здесь? Раз, два, три пары у меня, раз, две пары, и еще вот не хватает одного цветочка. И пойдем вот так вот с вами вышивать. Но здесь угол, поэтому я буду вышивать вот этот элемент, и потом дальше буду вышивать за ним такой же следующий элемент. Вот. Ну, это, в общем-то, просто копировать элементы, соединяя их, и все. Так. И покажу вам, пока не начала, покажу вам, на каком этапе сейчас находится моя дорожка. У меня уже есть некоторые продвижения. Вот здесь мы в прошлый раз с вами делали ажуры. Вот так выглядит. А, и, кстати, у меня появился еще один гладевой элемент. Здесь идет по схеме. Я думала, делать его, не делать. Решила попробовать. Мне понравилось. Хорошо украшает дизайн. Вот такой гладевой элемент. Просто выполняется стежками. Тоже здесь все счетно. Было сложно разобраться, как выполняется вот этот дизайн, потому что по схеме не видно, как идет состыковка, как нужно отчитывать нити. И приходилось долго сидеть и самостоятельно придумывать, как нужно его сделать. Ну вот получилось, мне нравится. Получается очень симпатично, интереснее стала работа. Видите, с этой стороны пока у меня только уголок, и дальше я еще не вывожу длину. Вот такая красота. Вот, видите, уже очень-очень красиво. Ну и вот здесь у меня пока наброски. Хочу немножко повышивать, дать подрасти дизайну в длину, а потом уже буду делать алжирские глазки и, конечно же, переплетение. Ну, давайте вернемся к нашему процессу. Стараюсь подбирать, вырезать нитку так, чтобы сохранять переходы.
Это тоже очень важно. Мне кажется, у меня стало лучше получаться сохранять переходы, потому что вначале я, когда у меня было два меланжа, я там немножко с ними запуталась. Один другой цвет перекрывал, и сложно было выбирать вот именно переходы. Сейчас я уже более-менее набила руку, и вот так вот у меня идут переходы. Мне кажется, у меня получается здорово. Вот, но немножко также сделала здесь обметку. На эту основу не обращайте внимания, будет вот так вот все под край обрезаться, когда уже будет готовая работа. Вот, так, ну что, ниточку я подготовила, нужно закрепиться. Закрепляюсь я, ой, у меня здесь нитка припаркованная. Я оставляю нитки, когда какие-то элементы вышиваю, и дальше мне сложно двигаться, потому что я ориентируюсь всегда на соседние элементы, чтобы не сбиться. Я оставляю просто нитку. Так. Вот здесь. Вот так, под стежками я просто закрепляюсь и вывожу. Да, правильно, сюда вниз, снизу вверх пойдем. Вот, смотрите. Я вывела ниточку в то отверстие, где заканчивается пятый лепесток, ну вот прям соседний, да, вот так, чтобы было видно. Теперь отсчитываю 4 нити переплетения. Вот, раз, два, три, четыре. Вот, видите, как раз это у нас идет пересечение вот с этим лепестком. Вот так. 4. И начинаю вышивать. Я делаю 2 прокола. Вышиваю, пяльца у меня не туго затянутые, я специально оставляю, чтобы был вот так вот воздух. И нужно вышить вот так 5 стежков. Видите, ничего нет сложного. Вот раз. Два. Три. Четыре. И пятую мы выводим в то же отверстие, откуда у нас идет наша ниточка. Вот так. Видите, очень просто. Это увлекательно, поверьте, захватывает процесс. Вот мы вышли с вами один лепесток нашего цветка. Ниточка у нас вышла в то же отверстие, откуда мы и начинали. И теперь, разворачивая пальца, ну, либо просто идем в другую сторону, также отсчитываем 4 переплетения основы. Вот они, 4. Вот здесь. Втыкаем иглу, ну, параллельно отверстию первому, да, чтобы у нас был лепесток. И выводим соседние. Вот так. Я буду показывать, будет вам проще понять, поставить на стоп-кадр, посмотреть, да, потому что, может быть, я словами своими вас больше запутаю. Вот раз. Вот так. Два. Три. Четыре. И пятый идет в то же отверстие. Вот так. 5. Готово. Дальше разворачиваем. Вот у нас готово уже получается 3 лепестка. 2 вышли, и один у нас был уже вышит заранее. С хардангером здесь такая игра. Нужно постоянно крутить основу, чтобы вам было удобно вышивать. Опять считаем 4 нити переплетения. 4. Вот так. Вот видите. Раз. Два. Три. Четыре и 5.
Смотрите, что мы будем делать с пятым лепестком. Мы вышили, получается, уже вот цветочек. Вот если мы ниточку вниз, иголочку проведем, будет у нас полностью готовый этот цветочек. И по схеме выглядит это вот так. Мы сейчас с вами находимся вот здесь. Нам нужно идти вот сюда. Поэтому нам нужно сделать небольшую протяжку, но мы ее будем прятать под стежки, чтобы меньше было протяжек. Поэтому иглу выводим с обратной стороны, наизнанку. И вот здесь, под лепесточками, так, вот так, я пропускаю ниточку, ее не будет видно. И вывожу в то же отверстие начало лепестка. Вот, видите, где она у нас появится? Вот здесь. Потому что мы с вами будем вышивать следующий ряд. Еще раз покажу схему. Так. Вот сюда мы вывели с вами иглу. Видите, вот в этой точке. Я не уверена, что вы хорошо видите это на камеру. Вот здесь, да? Мы вывели с вами иглу, и теперь будем вышивать вот этот лепесток. Вот этот лепесток будет первый, потом сюда пойдем, сюда и сюда, и так по кругу. Если бы мы вышивали только один ряд, либо одна нитка, могло бы быть совсем другое расположение, ход нити, как вышивать. Но так как здесь меланж и здесь идет рисунок по кругу, как бы, то тогда мы будем это, мы вырежем. Так, ну ладно. Ну что, приступаем. Вот здесь у нас нитка, мы вышиваем через 4 нити переплетения, 1 2 3 4, видите, и эти ниточки у нас должны всегда сходиться, с быть параллельно другим лепесткам, чтобы у нас мы должны себя проверять, чтобы не обсчитаться. Вот, и начинаем вышивать 5 таких вот стежков гладевых. Раз, прямых, 2, 3, 4, 5. Пятый всегда в ту же. Разворачиваем немножко. И я вот так сразу готовлюсь к следующему лепестку. Видите? Вот так. Вот так. Как говорится, лучше один раз увидеть, да? Раз. Два. Три. Четыре. Пятый. Вот он. Опять же, разворачиваем немножко пяльца. Видите, вот так. И точно так же готовимся к следующей стороне. 4 нити переплетения я отсчитала сразу. Вот так. И продолжаем вышивать. Вот так, еще раз показываю. Так, снова разворачиваем. 4, ой. 4. Раз. Два. Три.
4 и 5 вот сюда. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. Мы вышили наш цветочек. Теперь выводим иголочку наизнанку. Вот. И нам нужно сделать небольшую протяжку. Вот так, под стежками. Видите, вот здесь, под стежками. И вывести вот сюда. Да, вот так. Вот. Мы будем вышивать соседний цветочек. Да? Их должно быть 5 цветочков в ряд. С изнанки у меня получается вот так. Ну, здесь у меня закрепки. Вот такие вот будут небольшие протяжки. В общем-то, изнанка, ну, более-менее аккуратная. Я не знаю, можно ли сделать ее аккуратной. Смотрела в книге, там, в общем-то, такие же протяжки тоже позволены. В зависимости от дизайна, от рисунка, как идет дизайн. Некоторые дизайны позволяют вышивать по 2 лепестка идти в одну сторону и потом по 2 лепестка идти закрывать в другую сторону. Вот, ну, у меня здесь такой дизайн, как бы овал, и, ну, здесь не такая конструкция идет, что не по одному цветочку они где по 2, где по одному. В общем, такой неправильной формы, можно сказать, рисунок. И мне, в общем-то, сложно придумать, как можно идти в одну сторону, потом закрывать в другую. Вот я показываю так, как я вышиваю. Я, в общем, приловчилась, и изнанка получается, ну, вот более-менее такая аккуратная. Я считаю, что нормальная изнанка для хардангера. Вот. Так, продолжаем. Вот мы с вами вышли один. Продолжаем точно так же. Отсчитываем 4 нити переплетения. Вы один цветочек так вышите. И все. У вас сразу все. Вам сразу все станет понятно. Это очень просто, интересно. Тем более, вы все рукодельницы. Умеете вышивать. Это не проблема. Главное, чтобы вам было это интересно. 4, 5. Развернули. 2, 3, 4. В жизни это происходит, конечно же, быстрее. Здесь стараюсь на камеру вам показывать более медленно, как это происходит. Вот так.
Итак, я думаю, вам понятно с этим элементом. Все очень просто. Давайте вышьем теперь с вами алжирские глазки. Видите, у меня пальцы вот так снимаются, очень просто. Давайте с вами повышиваем алжирские глазки. Вот так вот. Быстро продвигается эти работы. Так, где бы нам с вами их повышивать? Давайте повышиваем вот здесь. Вначале у меня в центре не вышиты глазки. Глазки тоже легко и быстро вышиваются. Когда вышиваю глазки, я немножко пальцы, конечно, подзатягиваю, потому что нужно и глазки сами тоже очень хорошо тянуть. Их нужно вышивать прям плотно-плотно. Белая. Без нитка-вдевателя здесь никуда, потому что ниточка-то такая плотненькая. Так, ничего заправили. Ну что, отправляемся наизнанку. Мы будем закрепляться. Так. Так, смотрите, я начинаю с какого-нибудь угла. Ну, желательно с того угла, где будет легче сделать протяжку и потом перейти на следующий цветочек. Итак, из уголка мы делаем прокол в центре. Центр вы легко быстро определите. Так. Первый стежок я не очень затягиваю, потому что, чтобы не выскочила ниточка у нас, если сильно тянуть. Вот так чуть-чуть притягиваю, просто чуть-чуть стараюсь. Второй тоже так себе. Вот. Вышивка идет в каждую нить переплетения. Вот. И уже на третьем я начинаю тянуть, причем очень хорошо. Глаз должен хорошо-хорошо открыться, поэтому нужно сильно-сильно тянуть нитку. Ну, не так, чтобы прям совсем порвать все переплетения. Вот смотрите, видите, в каждую нить переплетения внутри этого цветочка мы вводим иглу. Должна быть у нас сделано плетение. Вот, и подтягиваем опять в центр соседняя нить переплетения. Вот так. И опять же подтягиваем. Так. Теперь вот сюда, по кругу, каждую нить переплетения. И подтягиваем, чтобы глазик у нас открывался. Вот, я стараюсь делать медленно. Вы подсматриваете. Вот так, видите, глаз уже начинает открываться. Вот так. Вот. Вот так.
Учиться, мне кажется, лучше на Лугане, потому что крупные переплетения. На ней я пробовала вышивать очень сложно, ну, мне по крайней мере, потому что ниточки все-таки тоненькие, их считать сложнее. Попробуйте на Лугане, потренируйтесь. Крупный каунт, все будет хорошо видно. Потом уже, когда вы немножко освоитесь, берите уже любую основу, какую захотите. Вот так. Вот и постоянно подтягиваем. Вот, видите, какой красивый глазик получается. Хорошо открывается. Вот, осталось чуть-чуть. Последний в этом ряду. Вот так. И подтянули. Все. Глаз готов. Посмотрите, какой красивый глаз получился. Открытый, красивый глаз. Теперь с обратной стороны мы с вами пойдем вот сюда. Но я всегда стараюсь закрепиться обязательно под стежками, чтобы ниточка не болталась, чтобы глазик всегда оставался открытым. Вот стараюсь под стежками сделать небольшую закрепку. Вот так. Ой, не в центр вывела, ну ладно. Не в центр, не в угол, ну ладно. Не имеет значения. Нет, давайте лучше в уголок. Чтобы уже правильно сюда. Вот видите, ничего сложного нет. Главное терпение. Так как терпение у вас точно есть, все получится. Вот. Вот вышиваем. Все можно в любую сторону вышивать. Не имеет значения. По крайней мере, я не увидела никакой разницы. Ты влево, то ли вправо вышиваешь. Вот. Как вам удобно. Главное не забывать подтягивать. Не оставлять нитку свободной. Нужно постоянно по чуть-чуть подтягивать. Найти золотую середину. Не сильно сильно и не сильно слабо оставлять. И нитку тянуть. Вот. Вот так. Ну, вот такая красота получается. Волшебство Хардангера. Получается у нас красивый цветочек с серединкой. Вот. Мне очень нравится то, что получается. И процесс очень интересный. Не скучно. Настолько затягивает это волшебство, когда ты видишь, как преобразуются такие цветочки, как открываются глазки. Это, конечно, увлекательно. Ну вот. Видите, какая красота получается.
все, либо еще есть одна. Есть еще одна, ага. Вот она. Все. Идем на следующий цветочек. Смотрите, как красиво получается. Правда, здорово. Дальше нужно я делаю закрепку всегда так, чтобы нить натянулась в противоположную сторону, чтобы она не торчала, не закрывала дырочку. Поэтому вот как-то так нахожу себе способы. Ну и под стежками делаю вот такие вот протяжки. Без них никак. Вот. И опять же вывожу нитку в уголок. И так по кругу буду вышивать все глазки. Итак, то, что у меня на сегодня уже вышито, это боковая сторона. Вот так вот она смотрится. 48 сантиметров, кстати, я перемерила. Немножко у меня камера не захватывает полностью всю дорожку. Вот так вот ширина. И сейчас я вышиваю длину. Пока работаю с основным базовым элементом, чтобы набросать ход работы. И дальше буду вышивать алжирские глазки. И вместе мы уже, наверное, в следующем видео я подготовлюсь. Мы с вами будем делать еще простые, несложные ажуры. Также будем резать нити переплетения и будем выполнять вот такие вот переплетения, и вот этот центральный элемент с вами сделаем, вот этот тоже здесь нет ничего сложного, но я думаю, будет вам интересно. Пока у меня идут подготовительные работы, чтобы вышить эту сторону. Ну и сначала вышью вот эту сторону, потому что здесь у меня, видите, край бахрится, я хочу поскорее дошить. Вот, и потом уже буду вышивать вот эту сторону, там есть что отрезать. В общем, мне нравится цветовая гамма, нравится то, что получается. Очень приятные, нежные оттенки. Простой, несложный, но в то же время эффектный рисунок. Буду продолжать дальше вышивать и держать вас в курсе. А на этом у меня все. До новых встреч и всем пока-пока!